Assalamu alaikum, hurmatli teleseyirciler. Milliy telekanalı efirinde 7 kun informasyon talil programması taqdim etildi. Studiyada sizler üçün Abdulla Ajosman ve Fadime Setmamo çalışalar. Bu hafta olup keçken en mühim hadiseler hakkında biz sizge tekrar tarif edeceğimiz. Bugün studiyamızga Rusya Federasiyası ogında militer ara münasebetleri boyunca şuranın azası Eskender Bilalov teşrif buyuracak. Biz ise yayınımızı başlayımız. Русия Федерациясының президенті Владимир Путин Астрахань шәһәрендә милитер ара мөнәсәбәтләре шурасын топлашуына кечерде. Корушевды Русия милләт сәясәтенең дәүләт эшләре буенча актуаль сөальләре музакерә ителде. Чөнки милләтләр ара аңлашма дәүләт яшәешенең иң мөһим шартыдыр. 2012-сенесі Русияның дәвлет милисиясеті стратегиясы таздықланғандан берлі, милетлер үшлері бойынша федераль агентлік тешкіл олынды. Мен милетлерінің бірлешмесіне бағышланған федераль программа чалышмақта. Шураның топлашуында президент Владимир Путин қайдетті ке, стратегияның әмелге кечірілуі экстремист ве террористик, этник ве діни зидиетлеріні милетлер арадаваларыны йоқ етмек үшін, джемиет ве діни бірлешмесі бұйу кроль ойнай. Бұнен бірабер Владимир Путин айтқан на Корее милетлер ара мөнәсәбәтләр бу иң кыйммәтле бөлүктер. Оның өчен махсус мөтәхәссислар кирәк. Межнациональные отношения – область очень тонкая и чувствительная. И действовать здесь нужно предельно деликатно и аккуратно. Косность, формальное и бюрократическое отношение к делу не просто недопустимо, но и чревато опасными, а иногда и разрушительными последствиями. Очевидно, что нам нужны профессионально подготовленные, грамотные специалисты в сфере межэтнических и межконфессиональных отношений. И пока, конечно, их явно недостаточно. А потребность в них колоссальная, особенно на религиозном направлении. И здесь нам нужны не только религиозные деятели, но и люди светские, но те, которые разбираются в проблемах и могут донести до всех слоев общества свое понимание того, что в этой сфере происходит и что достойно нашей поддержки. Топлашуда милетлер ара мөнәсәбәтләре шурасының азасы Эскендер Билялов да чыкышта булынды. О, Крым татар халкының проблемалары ве Ярмадада япылган эшләр хакында тариф итте. Оз чыкышында Эскендер Билялов белдерде ки, Крым татар халкы Крымда сүргүнлеккә ураган халыклар реабилитаторов МРА ве Буюк Джанженкының иштиракчысы Алими Абдынановага Русия караманы унванына берилгени өчен тәшәккүрләр белдерде. Главное, что простые люди видит, что за два года сделано больше, чем за два десятилетия. Сейчас Крым кипит, в хорошем смысле слова. Масштабный ремонт всех дорог, строительство аэропорта. Я уже не говорю про Керченский мост, одного из крупнейших строительных объектов в мире. Мне лично очень отрадно, что начато и обустройство мест компактного проживания крымских татар. Со следующего года в рамках ФЦП начнется строительство социальных объектов, объектов инфраструктуры, жилья для репрессированных. Кроме того, начато строительство соборной мечети. Несмотря на ту истерию, что устраивает Киев, пытаясь дестабилизировать обстановку в Крыму, у нас в Крыму нет никаких проблем межнациональных отношений. Милетлер ара мөнәсәбәтләренең проблемаларына кечсек, олар юк. Ама Крым өчен иң эсас проблемалар бу реабилитаторы весихасы ве гражданлыктыр. У нас есть две такие проблемы. Это справки о реабилитации для репрессированных и упрощенное гражданство, где около, говорят, что около 5000, точного данного нет, что именно репрессированные граждане находятся в Крыму уже в течение 2 лет, которые не могут получить гражданство, и в соответствии они не могут пользоваться всеми теми пенсиями. В доме уже в 2 чтениях прошел этот закон о упрощенном гражданстве. Я думаю, чтобы вы все-таки побыстрее приняли этот закон, и люди бы, конечно, бы с радостью приняли бы это. Спасибо вам. Бұл сөйлерге президент Владимир Путин бойле жевап берді. Мы должны определить, мы определили численность населения, в том числе крымского татарского, на 2014 год. Исходя из этого, мы выделяем ресурсы, заложенные в федеральную целевую программу по Крыму, исходя из этой численности. И если там есть люди, которые уже к этому моменту проживали реально, то тогда речь может идти
Вот, это эти люди. Да, вот до них может идти. Бунин Берабер Владимир Путин Ахмеджитте Джумаджеми Курджилхынен Меракланды. Хатырлатамыз октябрьнің 28 күні тантаналы шекілді джаминың темел қойылывы олып кечті. Бұл тедбірде Қырым Акимиет векілдері, Қырым мұсылманлар муфтиса Джемир Али Аблаев ве Русия Федерациясы Девлет Думасының мебусы Руслан Бальбек үштірак әттілер. Алиме Кайбулаева, Миллет үчін. Ниает реабилитация ақында справкаларын алмасы кечешатыны садалештірмек ичун Девлет Думаға қанулейха кірсетілді. Оның мөелефі Девлет Дума мебусы Руслан Бальбек олды. О қайдетті ке Қырым акимиеті реабилитация ақында эмірні толысынен амелге кечере. Ама реабилитерленген халқларының векеллері имтиязлар үле қолынмақ үчін справкаларыны әлде әтмелелер. Бу йөнәлеште Русия Федерация ичке ишләр нәзерлеге Узбекистанның ичке ишләр нәзерлегенең мөрәҗәтләрне яллаганда чөх мәсьәләләр пайда була. Оларны чезмек өчен баягы вакыт кече. Бу лилекне Руслан Бальбек күрсәткән канун лейхада айтыла ки, справкаларны бер дә бер мөрәҗәтсез алмак кирәк. Қырым Жумхурет башы Сергей Аксенов, Қырым Жумхуреттің эмек ве іштимайы қоруф назиры Елена Романовска еле иш көрішіліні кечірді. Көрішіліп кечішатында іштимайы төлевелер, имтиазылар категория гражданларына қол тұтып ве иш тапмақ меселелері мұзакер етілді. Сергей Аксенов айтханына көре, қырымылар үчін эпосы іштимайы дестек чарайлары келеджек сене толу шекілді сақланылажақ. Я хотел всех коллег, которые работают в органах социальной защиты, поблагодарить за работу системную. Вот жалоб поступает не очень много, то есть как бы действительно гораздо меньше, чем по другим направлениям. Это нашей... Гораздо уменьшилось количество. Вот гораздо меньше, чем по другим направлениям нашей жизни. Поэтому вот коллегам всем спасибо, то есть как бы за внимание, за заботу о людях, и надо эту работу продолжать. Поэтому меры поддержки на следующий год остаются в том же объеме. Ахмеджи шәһәрінің баш мемары іштен бошатылды. Бұл уақытта Жумхурет башы Сергей Аксенов беледие башлары ілі кечірілген DVTK видео селектор топлашуында хабер етті. Хатырлатамыз Эрнст Мамлютов Ахмеджи баш мемары вазифесіні 2015 сененің апрель айындан берлі бежере еді. Бұл хабарлерден ғайры ярымадамызда да бойлы вақалар олып кешті. Топрақ дамарталарына, весіқаларына 150-ден зәді инсан әлді етті. Олар әпісі имтиязлы категориялы гражданлардыр. Бұл чоқ балалы аналар, ұлы ватан женкінің ветеранлары, весиаси репрессияларға весірігінлікке оғраған инсанлар. 79 яшлы Рифат Ибраимов бұда қыханы 1996 сенесінден берлі бекледі. Сырайлы қият көй шурасында о 20 ел әвелсі ариза язған еді. Ве бүгін она чоқ бекленілген топрақ берілді. Бұл инсан өз қуанышыны сақлап оламай. 1996 Дело очередке берген едім өзімі сельсоветке. Ер меселесіне одан бері жүреміз. Бүгінде бүгін бір қуаныш келді бізге. Берділер неме расшене алмаға ер топырақымына бұл чөлдерден. Ана оғада сау болсын, қайлымыз чөл болса да енді алғанымызға қуанамын. Құрлар қысмет етсе мұна әпсі документлерін еткенсін башлажанып. Қазмаға, нетмеге, япмаға. Айдар Вейсовде топрақ учаскасының сайбы олды. О топрақ берелуіні біраз ажжа бекледі. Оны өз балаларына әдейі етмеге планлаштыра. 88 сенесінен бері яшайым Қырымды. Обырымды мұна бірінші кері учаска аламыз. 10 елден бері чок беклеп отырамыз. Ақыры мұна бүгінгі күн. Қызметі бізге Алла насып қылды алмағы. 90-шы сенелерінің башында Қырым татарлар Орта Азиядан ана ватанға қайтқанда бір ауыч топырақ алмаға үміт әте еділер. Чоғысы 1944 сенесі айрылған әвілеріні қайтарып сатын алмаға тұрыша еділер. Украина акимиеті бұл мәселені чезіп оламыды, еді чезмеге істемейді. Шымды есе акимиет репрессияға оғыраған, сонра есе реабилитерлерген халық хақында өз қайғыруыны ішінен таздықлай. Сегодня полностью решен вопрос и закрыта очередь, та, которая формировалась из жителей Мирновского сельского поселения. Но это не говорит о том, что процедура закончилась. Почему? Потому что у кого-то рождается третий ребенок, и они имеют также право обратиться и получить свой долгожданный земельный участок для улучшения жилищных условий. А находится это между Перовским и Мирновским сельским советом, но в границах Мирновского сельского поселения в микрорайоне Дубки. Получается, там порядка 600 гектар выделены льготным категориям, которые были по спискам Рискомнаца, а также по тем жителям Мирновского сельского поселения, которые остро нуждаются и имеют на это право.
Тақдирленуф мерасимның сонында эпісі бақтылы ер сайыплерінің дихатына концерт программа авалі етілді. София Шукурова, Эдем Исмаилов, Миллет үчін. Сақшырынды вместе адлы бұрынжы региональ милетлер ара геншілер форумы екімленді. Оның эсас мақсады геншілер арасында милетлер ара ведин ара муабетлікні пектуф олды. Тәрсетларыны Гүлнара Каримова біле. Форум өткерілуінің мақсады милетлер ара мұнасибетлер ейлештірілмек. Чешет милет геншілерінің кешапы үчін яқшы шарайтлер яратыма қолды. Форумның иштракчилері Қырымда яшаған 18-ден 35 яшқаджи чешет милет геншілері милли-медени бірлешмелерінің фал иштракчилері олды. В конце дня был просмотр художественного фильма, после которого было его обсуждение. И это обсуждение у нас продлилось практически до начала первого. Никто не хотел расходиться. Очень интересная, актуальная тема, животрепещущая. Каждый регион, который представлен на данном форуме, излагал какие-то свои проблемные вопросы, и мы пытались найти пути их решений и урегулирования. Ко всем отнеслись как к родным. Это действительно так. Я была на многих форумах, но здесь действительно атмосфера очень дружелюбная и очень такая семейная. И понравился мне вчера бизнес-тренинг, то есть как развить свой бизнес, как правильно достигнуть цели. Вот. Понравился мне вчера просмотр фильма художественного, поучительно и интересно. Форумның екінші күні интернет ве көтлеви мәлімат, басталары милетлер ара мұнасыбетлеріне тесір етуф әлетлері оларақ мезусына бағышланған музакере өткерілді. Бұтын Русия геншілер милетлер ара бірлешмесінің рейсі Кантимир Хуртаев қайдетті ке, оның үчін Қырым геншілері үйле танышмақ пек мираклы олды. Оның сөзлеріне көре, аудитория пек фаал еді, олар мираклы суалер берділер. Аудитория, она открыта к дискуссии, открыта к новой информации, знаниям, более того, заинтересована. И мой главный посыл состоит в том, что сегодня в рамках гражданского поля в Российской Федерации создано много возможностей для самореализации, для продвижения своих каких-то общественных инициатив. Эти возможности нужно использовать. Здесь верным представляется ускоренная интеграция вот эти общероссийские общественные процессы, культурные процессы. Мунакаша иштиракчысы Миллет телешеркетінің генераль мудир муавины Оксана Лабада олды. О интернетте берілген ве көтлеви мәлімат васталарында олған мәліматлары насы этып сайламақ кереклігіні анлатты. Надо учитывать и тот факт, что сейчас идет информационная война, и любую информацию нужно проверять. То есть зачастую при подаче информации преследуются определенные цели теми, кто ее публикует, теми, кто ее дает. Поэтому воспринимая какую-либо информацию, потребительную информацию, да, зритель, слушатель, читатель, он должен это учитывать. Бұндан қайры шақси мауфақиятлер бойынжа мастер-класс олды. Тедбірнің сонында екінлер чықарылды ве сертификатлар берілді. Гүлнара Каримова, Алишер Алимов, Миллет үчін. Шындызе урметлі телесерчілер мұсафыр или субедлешмеге вақыт келді. Бұ афта башында Русия Федерациясының президенті Владимир Путин Астрахан шиерінде милетлер ара мұнасибетлер шурасын топлашуына кечірді. Шым ойым себептен бүгін бұ студиямызға Русия Федерациясы оғынды милетлер ара мұнасибетлері бойынша шурасын азасыны Эскендер Белялавны дәвет еттік. Селам алейкум, хош дейдіңіз. Эскендер ага, действительно произошло историческое событие. Расскажите, пожалуйста, поподробнее о повестке дня. Ну, как мы сказали, 31 октября в 17:00 в городе Астрахани прошло заседание Совета при президенте по межнациональным отношениям. Тема заседания была об актуальных вопросах реализации стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года. Повестка дня была из 5 вопросов. Первый вопрос – об актуальных вопросах реализации стратегии государственной национальной политики Российской Федерации, о консолидации российского общества в единую гражданскую нацию, о необходимости координации деятельности органов государственной власти в вопросах адаптации и интеграции мигрантов, о необходимости качественного научно-экспертного сопровождения и подготовки специалистов в области реализации государственной национальной политики, о важности государственной поддержки общественно полезных услуг, оказываемых этнокультурными общественными объединениями. Вот такая была обширная повестка.
вел заседание сам президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Эскандер Эфенди, ваш доклад чему был посвящен? Мы знаем то, что вы затрагивали темы волнующих крымских татар. Пожалуйста, можно поподробнее? Ну, мой доклад был посвящен именно конкретно к Республике Крым, где я поблагодарил президента за указ президента о реабилитации крымско-татарского народа, который мы ждали более 70 лет. Это касается не только крымских татар, но и других репрессированных граждан Республики Крым. Но самое такое актуальное, мною были затронуты вопросы, это справки о реабилитации. И вопрос, второй вопрос, это был вопрос о упрощенном гражданстве. И в повестке одно из пунктов, именно в повестке форума «Вместе», который проходил 28-29 числа в Сакском регионе, был вопрос о топонимике. Вот эти три вопроса, которые были именно переданы президенту. Какой был ответ президента? Ну, самый ответ был президента именно по упрощенному гражданству. Президент сказал, что надо сперва определить людей, тех, которые находятся сейчас здесь, которые прибыли в 2014 и до 2014 года. Я сказал, что по данным, ну это неуточненные данные, около 5000, президент сказал, что на это выделены средства, и только после того, как определим мы этих людей, я так понял, что потом дальше будет вести работа над теми людьми, которые будут переезжать в Крым. Это с республик Средней Азии, я думаю, еще с других. Ну, в основном это с Узбекистана. И я скажу больше, что этот закон о упрощенном гражданстве, он прошел в двух чтениях уже в Государственной Думе. Я думаю, вот сейчас у нас есть, значит, свой депутат в Государственной Думе, это Руслан Исмаилович Бальбек. У него сейчас предстоит работа именно по этому закону. Я думаю, в ближайшее время этот закон будет принят, и мы все увидим и услышим об этом законе. Но самое главное, что президент сказал, те крымские татары, которые находятся сейчас в Крыму, они будут, значит, удовлетворены. Эскандер Эфенди, знаем то, что в САКа проходил форум «Вместе». Вы пообещали то, что принятую резолюцию вы огласите президенту Владимиру Путину. Ну, принятую резолюцию я полностью огласил, зачитал эту резолюцию. И я видел, что многие участники после заседания Совета, они одобрили эту резолюцию. Это так, в личных контактах. Я думаю, то, что было в резолюции, это будет учтено, так как там связано именно с этой темой, именно с гармонизацией межнациональных отношений в Крыму. Там были очень такие интересные предложения, где при главах администрациях сделать молодежные советы из разных национальностей, чтобы помогать главам администрации именно в плане этой работы. И этот форум именно был молодежный форум. Там одних из учредителей этого форума вместе, это тоже организация «Инкишаф», которую я возглавляю. Но и в молодежном крыле очень большое, конечно, работу провел наш шериф. Его уже все знают. И очень большую работу он проводит. Вообще молодежное, я хотел бы сказать, именно молодежное крыло организации «Инкишаф» очень серьезную работу проводит в плане межнациональных отношений. Мы совместно стали учредителями организации движения «Вместе». Это региональная организация. И мы будем все-таки работать вместе, где работают крымские татары, русские, другие, все другие национальности.
и будет проводиться очень серьезная работа. Это будет помощь и главе республики, и вообще в целом, и в районах. Я думаю, такая работа будет серьезная. Искандер Бей, мы знаем то, что президент Владимир Путин поинтересовался строительством соборной мечети. Вы знаете, я после вообще по встрече и после встречи я понял, что президент держит на пульсе конкретно Республику Крым. И он знает все проблемы, которые происходят в республике. Поинтересовался, я ему ответил, поблагодарил президента за то, что все-таки начато именно строительство. Мы более 10 лет выбирали место, нам его то давали, то отнимали. Там 2-3 президента было во время Украины. Вы сами знаете, что да. творил Могилев с этой мечетью. Но благодаря, как мы все-таки вернулись в Российскую Федерацию, этот был вопрос поставлен, и не только просто поставлен, он был решен. Конечно, большая заслуга здесь и главы республики Сергея Валерьевича Аксенова, и Константинова заслуга. Я думаю, строительство мечети начато, и я интересовался уже именно со строителями, и они мне сказали, нам не нужно ни с Турции, ни откуда строители. Мы сами построим и построим эту мечеть в срок. И самое отрадное то, что ее строят крымские татары, эту мечеть. Поэтому, да, спасибо, надо сказать, большую благодарность спонсорам, которые там спонсором, люди разных национальностей, они вложили большие свои средства. Поэтому я хотел бы, вот, пользуясь случаем, поблагодарить и этих людей. Искандер аға, Керчтен де сіз халқымыз үшін чоқ болы кедерлі проблемлеріні көтердіңіз. Біз үміттетеміз ке, яқын вақытта бұл проблемлер иншалла чезілер. Алла тағала іштеріңізде дайыма ярдымжы олсын. Біз үсе яйнымызны іште девам етежеміз. Вы знаете, все зависит от нас самих, от крымских татар. Если мы больше будем уделять внимание друг другу, больше будем уделять внимание тем проблемам, которые существуют, и удерживать правильно. Ни в коем случае не надо ставить ультиматумы. Мы, чтобы добиться своей цели, мы должны с властью, как общественники, с властью договариваться. Мы должны ставить правильно свои проблемы. Если когда даже в простом обыкновенной жизни ты с кем-то начинаешь общаться и хочешь что-то добиться, если ты ставишь ультиматумы, ты добиваешься меньше всего. Я думаю, именно хорошими манерами, хорошим разговором, объяснением правильным той ситуации, в которой находится крымский татарский народ, мы этим можем добиться. А у крымских татар очень много еще проблем. Очень много. Именно с обустройством, с языком. Вот я хочу поблагодарить и главу республики, и Константина. Вот сами видите, ту школу, которая на фонтанах. Сколько? 3 президента ее строила. Сейчас школа к Новому году будет готова. Это более 1000 детей будут учиться там. Это будут дети учиться крымские татары. Мы должны думать о своем языке. Мы должны подготовить, мы должны уже работать над преподавателями. Сколько у нас преподавателей? Это должна обязательно это работать. Мы должны быть готовы к этому. Вот стоял вопрос, именно подняли лезгин, именно о возвращении лезгинов и о коренном народе. Но я так понял, что вот уже от народов коренной народ уходит. Но очень интересный был вопрос поставлен. Давайте тогда мы сделаем народы России. Кто входит в народы России? Я думаю, вот президент это воспринял и сказал, что надо над этим подумать и поработать. Но я уверен, что крымские татары это 100% будут входить в народы России. Ну, а если говорить о том, что какое впечатление об этом форуме, впечатление такое, что у нас сильный президент, он все знает, что происходит в своей стране. Я думаю, он сделает все, чтобы Российская Федерация была на достойном уровне в мировом сообществе. Вот в этом я уверен.
Те проекты, которые делает Российская Федерация, сейчас не все страны делают, возьмите строительство Керченского моста. Я являюсь тоже членом Совета по строительству Керченского моста. Я был там на строительстве. И то, что я видел своими глазами, я видел когда-то в детстве строительство Чарвакской ГЭС. Детскими глазами. А это я увидел взрослыми глазами. Я уже говорил на одном совещании, где были иностранные граждане. Я говорил, я могу с любым из вас держать пари, хоть на какую сумму, но Керченский мост будет построен в срок. И это я говорю точно. Почему? Потому что, опять же, президент держит на контроле это строительство моста. Я думаю, даже будет чуть-чуть и раньше срока построен. Керченский мост чох муим, чох кереклиши, президентымыз лякайт халмай, ярматамыздан, элбетте, она чохтан-чох шукулер олсын. Сізге де чохтан-чох шукулер айтайық. Бүгін студиямызға келгеніз үшін, халқымыз үшін боле проблемлеріні көтерген, иншалла, яқын вақытта бұл проблемлер чезілер. Аллах тәлі сіздің іштеріңізде дайыма ярдымшы олсын. Білесің, сау олың, мен де не айтмағасты. Сабыр деген ши, үміт деген ши, о, ярым мал деген ши. Біздің үмітіміз бар. Біздің келешегіміз халқымыздың бек бүйік. Ем біздің келешегіміз тек бұл топыраққа, Қырымда ана топырағымызда. Бір кімске бізге айтмай, что бұл сіздің топырағыңыз бүгін. Йоқ, біз тамырлы халқымыз бұл топырақта. Ем келешегіміздің, өзіміздің келешегі, милетіміздің келешегі тек мында. Үншін, мен істер едім. Интеллигенция, іш адамлары бір-бірімізге қол тұтып, милетіміздің көтеріп, бұл ана топырақта сайбын болмақ үшін. Сау олың. Чоқ сау олың, сатлан үшін, чоқ сау олыңыз. Буафта Қырым Жумхуриетінің Девле Шурасында Чешит Сахадимлердің тантанылы тағдерлену болып кешті. Бұл халқылар бірлігі күніне бағышланған тедбір олды. Тәсілатлыча, Лев Хамызда. Қырым Жумхуриет Девлет Шурасының рейсі Владимир Константинов селямлав нұтқы еле топланғанлар өгінде чықышта болынды. Ве Қырым Жумхуриет инкишафына бұйық ісе қошылғаны үшін минидарлық білдірді. Әмді әркезіне келетқан халқларының бірлік күні еле қайырлады. Қырым парламентінің спикері Қырым үшін бұ күннің хусусилігіні қайдетті ке, ве 2014 сененің вақияларыны қатырлады. Для нас, для крымчан, единство, мы ассоциируем, в том числе и с крымским референдумом, с тем, что произошло. Потому что для нас это произошло единение. Именно в 2014 году мы объединились с Россией. Тедбір мусафирлерінің классик джаз музыкасы қаршылады. Тантаналы мойте Крым парламентының башы Владимир Константинов чешіт саа хадимлеріні тағдерледі. Дубахши Сарайский район. Мүкефатланғанлар арасында бұзым атандашымыз Ава Азаматова да болынды. О бүтін өміріні халқ ойынларына бағышлады. Ватанға, Қырымға қайтқан сон, о халқ ойын ансамбліні яратты веоны Авдет деп адлады. Ава Азаматова ансамблінің ішіне девлет сивиесінде қиымет кескенлері үшін қувана. Я рада, что на репетицию сейчас я привезу для детей вот этот подарок, что наша культура развивается, что наши дети будут танцевать на уровне с другими танцами народов России и крымско-татарский танец. Тем более, что у нас в обычай входит танцевать на свадьбе. И чем больше я научу детей танцевать, тем лучше. Пока жива культура, жив народ. Хатырлатамыз, халқылар бірлік күні 2005 сенеден берлі ер ел ноябрының дортынде қайдетіле. Бұ байрамсаны 1612 сене вақиялары хатырасына Русия Федерациясында пейда олды. О вақыт Кузьма Минин ве Дмитрий Пожарский реберлігінде халқ ордысы Москваны лег интервентлерінден азат еттілер. Байрам мұнасибеті еле Қырымда бір сыра тедбірлер кечеджек. Тарихи джейттен бұ байрам 17 асырда Русияде смутный, яне қалабалық девірі екіленмесінен бағылы. Султан Есетакаева, Сана Бибулаев, Дмитрий Инзовой, Милет Чун. Игорь Мучил Девамында Хрым Мунислик Педагогик Университетнан ректоры вазифесны Беджерген Февзи Якубов оз иш ерны бошата. Оз векелетлеріні ве бұтын омыр ішіні, яңи озы яратқан университетіні одыгер инсанның қолына бере. Яңы ректор Илья Султан Есетакаева қонышты.
Игрым уч ел девамында Февзи Якубов университетінің садық ребері еді. Оқов юртының бірінші күнлерінден башылап, Уджан Юректен бүтін күчіні ішіне бере еді. Бүгін ісе ректор өз іш еріні бошата. Оның вазифелеріні ісе ректорның ең яқын инсаны, оның оғылу Дженгиз Якубов бежерек. ОЭК Али тасил алды. Алманияның Магдебур университетінде диссертациясыны қорчалады. Бүгінгі күнгеже араба құрыжылық технологиялар кафедрасының мудиры вазифесіні едайты еді. Основной доктриной в этой работе будет то, что главным в университете является не ректор, а главным в университете является студент. Вот эту основу мы будем закладывать в то, чтобы строить свою работу таким образом, чтобы студент у нас был главным, мы будем работать для того, чтобы во благо Крыма, во благо всех крымчан. Крымға авдет олған сон Февзи Якубов қысқа мүддетте Крым мүйдеслік педагогика университетіні тешкілетмек пешінде еді. Тежрібелі инсан Февзи аға чоқ еллар девамында Узбекистанда кафедра мудері еді. О батанға қайтқан Крым татарлар мұтлақа оқылмақ кереклігіні ве бұндан да ғайра яны джеметке қошылмақ кереклігіні аңлай еді. Февзи Якубов эминдер, бойлы ішлеріні теседуфи инсанлар дегілді, оқымышлы яшлар беджермек кереклер. Тамам олар туған топрағында дегерлі ер алып олурлар. Енді сабық ректорның арзу полиэтник меркезінің пейда олмасыдыр. Иншалла, ивелалла, мына шу ноябрь айының ішінде полиэтник меркезіміз құрылып башланар. О полиэтник меркезіміз болса, құрылғансын, иншалла, біздің университетіміз бүтін Россия, Европа университетлерінің қанынай университет олар. Оларға тен университет олар. Оның үшін оның әхаметі бек юксек қардашы. Университетінің еді факультетінде 10 бин студент 23 мутехасыслықлар бойынша тәсіл алмақталар. 32 кафедрада 500-ден зияде оджа чалыша. Олардан 43 илім докторы ве профессорлар, 226-сы илім намзетлері ве доцентлері. За этот период мы выпустили около 30 тысяч специалистов по 26 специальностям. Мы имеем хорошие показатели по защите кандидатских и докторских диссертаций. 146 кандидатских диссертаций защитили наши сотрудники и 23 докторских диссертации. Это, вы знаете, значительно превосходит все наши ожидания, которые мы и планировали. Я на ректорных хайрламах ичун акимет векелеры декельды. Февзяга, дорогой Гунаш, я и вас, конечно же, поздравляю, и тоже от главы республики сердечно поздравляю вас именно с тем, что сегодня, в том числе благодаря решению, конечно же, правительства, Министерства образования, и которое соответствует решению ученого совета и всего вуза, сегодня вашу должность, я так называю, которая за вами всегда останется, принимает не менее достойный человек, только более молодой, это Чингиз Февзиевич. Я думаю, он только внесет самое лучшее, все, что вы вложили в вуз, все, что вы вложили в этого, я скажу, молодого человека. Крым Джумхурия Девлет Шурасының рейс муавины Ремзи Ильясов Февзи Беге Илим Ветасиль сауларына кошкан истесы ичен Девлет Шурасының медали еле мюкафатлады. Яны реберге исе араб язувы еле калем бақшыш етілді. Келген яны ректор, четтен келмеген инсан, бұл коллективте чавышайды, ондан да ғайры. О Корантада тербия алып, тасилді ондан алып, ве бутун принциплери насыл яшайышты, насыл иште узун алып бармак, бабасындан угренде. Бир вакыт олгандайын университеттин янында кол узатмак, ярдым этмек ве бу сеферде Чингиз беймизге да ярдым этмеге биз азырбыз ве уну япачабыз. Девлет Милетлер комитетінің рейсі Заур Смирнов есе білдірді ке, Крым акимиеті полиэтник меркезінің ачылуынен толысынен оғрыша жақлар. Очень знаково, на мой взгляд, то, что сегодняшнее назначение произошло в канун Дня народного единства, поскольку наш вуз, Индустриально-педагогический университет, всегда являлся для Крыма вот именно символом межнационального единства в Крыму. И, конечно же, вот те традиции, которые сегодня здесь заложены, те традиции, которые процветают в стенах этого учебного заведения, они будут сохраняться, мы будем их развивать. И то, что будет построен полиэтничный центр, он только укрепит позиции вуза как
вуза, в котором преподается не только специальности, скажем, научного характера, те, которые востребованы сегодня в педагогической среде, но и сегодня ведется большая патриотическая работа по патриотическому воспитанию, по воспитанию молодежи. Храмой деслик педагогика университетының ярата жасы техник илимлер доктора, профессор, академик Фюзи Якубов туған оқов юртындан вас гечмей. О Кеннеди университет ичон қайғырованы девам этежек. Джемиет, университет джемиеті мені қайырды көргілері келсе, мен онда барып чалышмаға азырмен. Ахранады да чалышарман, кафедрады да чалышарман, факультетті де чалышарман. Кім, мені, сіз мұнда чалышыңыз деген ерде барып чалышарман. Бұл университет менің баламдай, қорантамдай. Оның үшін, әлбетте мен бұл университет чалышмаға істейім. Тедбір соңында университет тақымы Февзи Якубовға Мұқадыс Құран китабыны идея етті. Меслекдешілері айталар ки, семімлі мудерні нефақаға озғармаға істемейлер. Февзи Якубовны университет президенті япмаға ниетлеріні білдірділер. Қырымда Ислам діні музейі Ахмеджетте пейда олажақ. О, Қырым пайтақтында құрылайатқан Джума Джами янында ачылажақ. Бұ ақта Қырым муфтисінің муавіні Айдер Исмаилов хабер етті. Джами үшін сыныфлар, одалар планаштырылды. Бұл ерде епс істегенлер, ислам діні ақында доғры мәлімат ала білежеклер. Мемури бинада конференц-зал олажақ мында тәсіл тәдбірлері кечірілежек. Айдер Исмаилов айтқанына көре, Ахмеджеттеке Джума Джами ислам діні іле таныш олмаған істеген туристлерінің диққатыны желпетежек. Сақшы ерінде имам нұрлары ағлы ислам діні бойынша инкешаф етіріжі курслар ашылды. Курсларының программасы «Файдалы илем» Мариф Лейхас чәрчевесінде кече. Дерслеріні Қырым мұсульманлар діни идаресінің ожалары алып баражақлар. Тафсилатлы және беттеке левхамызда сейрі етіңіз. Сақ шәрінде имам нұрлары адлы ислам діні бойынша инкешаф еттіріжі курсларына 3 яшындан 6 яшына қадар балалар қатнайжақлар. Дерслер яны жәмеде өткеріліп, афтада 2 керек кечірілежек. Тешкілетчілар білдіргенлеріне көре, барлақ несіліні остырмек үчін олар маневи рухта тербия алмақ кереклер. Хадис шерифтен башламақ істер едім. Пейгамберіміз саллаллаху алейхи ва саллям бұйыратлар ки, іч бір ана баба евлядына güzel terbiyeden daha yakşı bir hediye bakşış verip olamaz diye buyuralar. Demek ana babanın evladına en güzel hediyesi o güzel terbiyedir. O terbiye de işte bu yerden başlar. Onun için biz bugün bütün kuçumuzla çalışacakmız. Arkamızdan iz bırakmak gerekmiz. Балалар 4 ай девамында мақсус программа бойынша ислам дин инжеліклеріні әгіленші шекілінде өгренежеклер. Олар араф әліфбесіні ве ислам дин есасыларыны білежеклер. Бір группада 12 адамдан шоқ олмақ керек ме? Бір группаның ішінде 12 адам олар. Шынды 2 группаға азырлық көреміз. Қызларына, оғланларына біз айры япмаға істейік. Аллах сумет етсе өлі олайдық. Ислам илимлер ожасы Гүлсім Ибрагимова қайдеткеніне көре кенжелер білгеге ынтылалар. Күлфу Аллаху Ахат, Аллаху Самаят, Ямля Ед, Валям Юлят, Валям Якул, Кухан Ахат. Ана бабалар да курсларына ачылуына қуаналар. Олар білдіргенлеріне көре балаларының маневи инкешафы балалық чағындан башлана. Білесіз мұ курсларын осы тешкіл олғаны біздің милетіміз үшін, біздің дініміз үшін бір бүйік мұвафақиеттір. Біріншіден балам өзіміздің тіліміздің яқшы білгенін, қонышқанымыз дейм. Екіншіден өзіміздің дініміздің, тамырларымыздың, әдетлеріміздің білгенін пекістейм. Ем тек білмек дегіл де, өзінің яшайшында кечіргенін, яшағанда ішілеткенін бұл білгілерін иншалы. Тедбірдің соңында кенжелер үшін татылықлар азырланды, деп ақшышлар идея етілді. Мавилеев Гүлнара Каримова, Алишар Алимов, Милет үшін. Қырымда мескен емінің құрджылығына бір керелік мадди ярдың берілмесіне весіқалар да қабыл олына. Бұл ел сақ шерінде яшыған реабилитерленген гражданларға 1 миллион 200 бин рубле айрылды. Нұрманбетовлар әйлесі чоқ еллар девамында етаханелерде векераға тұтылған әвлерде яшайыды. 2015 сенесі бұ әйле шер мемуриетіне әв құрыджылығыны екінлемек үшін ярдым алмақ мақсады елі мұрадятнен бұлынды. Сақ район мемуриетінің емірі бойынша әйлеге 80 бин рубле мадди ярдым айрылды. Бұ параларға Нұрманбетовлар әйлесі әв дамыны тікледі. Векерек құрыджылық мәлземелерінің сатын алды. Енді бір ел ішінде осевлеріне көчмеге планлаштыралар.
На полученные деньги мы заштукатурили дом снутри, снаружи заштукатурили, полностью штукатурку сделали. Окна купили, двери купили. Сейчас вот на отопление покупаем батареи, трубы. Сак район мемориетынын милетлер ара мунасибетлери боюнча бөлүгүнүн баш мутехассысы Мустафа Максудов кайдеткенине көре, бу сене кечкен сенеге бакканда куруучулук күнөнмесине пара чокча айрылды. В этом году Аллах кызмет этсе, мы окажем помощь в размере 1 200 000 и освоим 100% бюджетных средств по программе «Материальная помощь депортированным народам Крыма». В этом году планируем оказать помощь 7 гражданам. Арсен Тефиков – 3 баланын бабасы. Бучок балалы Курантада кирага алынган эвде яшамага мичбур. Шымдыкы вакытта комиссиянын тешкерювы кечті, векерекле весе калар топланды. Если получу деньги, сразу на стройматериал пущу. Постараюсь закрыть хоть одну комнату, переселиться в одну комнату пока. А живя здесь, уже добивать дальше. Сах районы Темеш Коюнын сакинине Райми Ибрагимовага да мадди ярдым көстерилечек. Кадын онын мескен шарайтлерыны эйлештірмеге ярдым эткенлерге тешекурлер білдіре. Я очень благодарна, что есть такая помощь. Я благодарна Сахской райгосадминистрации, что хотят помочь нашим татарам строиться. Благодарна очень. Спасибо большое. Гражданларнын аризаларыны Сах шер мемориетинде махсус комиссия бакып чыга. Бу комиссия шахси мескен эвнин куруучулук азырлыгыны белгилей. Эмди ариза язганнын мескен турмуш шарайтлерини тешкере. Музбет Ядаминфи карар чыгара виберилечек мадди ярдымнын көлемини тайынлей. Султан Есетакаева, Айша Шулакова, Дмитрий Низовой, Миллет үчүн. Кырымда Русия бирлик күнүнө багышланган тедбирлер кечирилмеси девам этмекте. Ярмада да бу байрам энди үчүнчү кере кайд этиле. Йыл-йылдан бу тедбирнин эмиети Кырым эалиси үчүн эпарта. Бу йыл ярмаданын сакинлери мераклы ве яңы ижадий такымларынын чыгышына сейретмеге имканлары олажак. Халыклар бирлик күнү Асия Сүтмирова үчүн да эмиетли күн болду. Байрамдан бир эки күн эвелси о ишини жакшы бежергени ве жүксек мутехассыс болганы үчүн Кырым Жумхуриет башындан минедарлык алды. Асия Сүтмирова 2 жыл девамында Сейтлер район акимиетинин архив бөлүгүнүн жолбашчысы вазифесинде чалыша. Кадын эркезни байрам эле кайрылай. Ну, наш отдел занимается хранением, комплектованием архивных документов. Я работаю на этой должности 2 года. Ну и за эти 2 года были достигнуты большие успехи в нашей отрасли. Оформляются земельные участки, оформляются дома, людям выдаются справки по заработной плате с выходом людей на пенсию. Я поздравляю всех крымчан, а также жителей Нижневорского района с праздником народного единства. Желаю всем счастья, здоровья, благополучия и мирного неба над головой. Байрам чарчевесинде бойле дешкерлерні дегер девлет хадимлері де Кырым Жумхуриетінін башы Сергей Аксенов и Кырым девлет шурасының рейсі Владимир Константинов адларындан алдылар. Ознев бетінде Кырым Жумхурия девлет шурасында акимиет векелері эпосы Кырым сакинлеріні байрам или кайрыладылар. Благодаря единству и патриотизму народов России были одержаны самые блестящие победы – боевые и трудовые. Будущее России и Крыма в руках каждого из нас. Быть едиными в любви к родине, быть верными заветам предков – вот наш долг перед страной, перед историей, перед потомками. Бундан гайры байрам чечевесінде матбуат конференция олып кечті. Анда милетлер ара бірлік бу истихрарнын темеледір деген мевзусы музыкере етілді. Милетлер ара мунасибетлер ве сургун этілген гражданларынын ишлері бойынша Девлет комитетінің рейсі Заур Смирнов милетлер ара мунасибетлері ве Кырым эалесіне айрылған ярдым ақында тариф етті. Бунен берабер комитет башы байрам программасы ақында да тариф етті. Решение жилищного вопроса, 90-квартирный дом в городе Симферополе, 72-квартирный дом в Бахчисарае. Сейчас вот буквально в ближайшее время еще 90-квартирный дом. В прошлом году мы оказывали помощь на завершение строительства индивидуального жилья. В этом году увеличили сумму до 24 миллионов. Это застройщики на территории Крыма получают эту помощь. На выкуп жилья более 200 миллионов. В этом году сейчас уже активнейшим образом муниципалитетами проводится работа, выкупаются первые дома. Пайтахтамыздын эсас мейданында тантаналы концертнын генераль репетициясы өткерилди. Кырым мединет университетинин студентлери парлак ве мераклы чыгышларыны азырлайлар. Это очень хороший праздник, он объединяет большинство народов. Мы этим танцем, этим флешмобом покажем, как весь Крым един, и что все народы поддерживают друг друга.
Мы, в общем, очень дружные. Я очень рада, что проводится уже третий год подряд этот праздник. Для нас он новинка, можно сказать, но я очень рада, что он действительно есть в Крыму, ведь Крым многонационален. Здесь много традиций, обычаев, и мы все пытаемся показать в нашем танце, в нашем представлении. Локомотив стадионында юзге яқын чешит ансамбльдерден түрлі миллет векиллері достлық гүлчембері шекілінде. Қырымда нам қазанған артист Майе Анафиева еркеске Симург ойынының тақдим етті. Сиерджелер Майе ханымның ұсталағыны ве зарифлігіні бұйық мерақнен сиереттілер. Шар вақытында жюри азаларына емеклер тәклиф етілді. Мында әмді қырым татар самсалары ве құрабие, әмді үч қатлы асидин көпетесі. Азербайджанлылар өз татылықлары ве пилля или сыйладылар. Корея емеклері арасында есе чешіт аджи ашлар ве ремкле татылықлар олды. Жюри азаларына ічун әмді рус чырмалары пышырылды. Эпосы зияфетлерден ве чықышлардан соң жюри азалары өз қарарларына сеслендірділер. Достлық ғалип чықты. Қырым татарлар ойын ұсталығы номинациясында бірінші ерні әлде еттілер. Сегодня мы участвовали всей группой, 20 человек, все были заинтересованы. Мы победили в номинации «Хореографическое мастерство». В общем, нам очень понравился этот конкурс, мы очень старались, очень готовились. Спасибо всем большое, что все пришли. Жюри азаларының фікіріне көре, еркес юксек сәвиеде чықышта болынды. Ну, победителей я сначала хотел, честно хотел выбрать лучших, но я посмотрел, что ребята все заслуживают, они все с удовольствием участвуют, многие участвуют, и они меняют костюмы, и участвуют армяне за евреев, ну, русские за татар. То есть здесь все просто вот, ребята молодцы, сегодня это действительно показали, что нам нечего делить, мы живем в одной стране, мы живем в одной республике, что наша сила в единстве. Кто, пока мы едины, мы не победим. Халқылар бірлік күні 2005 сенеден берлі әр ел ноябрының 4-інде қайт етілі. Бұл байрам саны 1612 сене байқайлары қатрасына Русия Федерациясында пейда олды. О вақыт Кузьма Минин ве Дмитрий Пожарский реберлігінде халқ ордысы Москваны лех интермелерінден азат еттілер. Байрам мұнасебеті іле Қырымда әмді бір сырат етбірлер кечіжек. Тарихи жеттен бұл байрам 17-ші асырда Русияде смутны, яни халабалық девыры екүнлемесінен бағлы. Сабрия Халиляева, Алиме Кайбулаева, Дмитрий Низовой, Миллет үчін. Бірлік күні мешітте жүрістен башланды. Чешіт халықтарының векілдері милли урбаларда колонаға тізіліп жол алдылар. Қырым сакинлері, әм кішкене балалар, әм бұйықлер бұл маршта іштирак еттілер. Санада Қырым сакинлері ве пайтақтымыздың мусафырлері үчін милли урбаларда ойынлар ве ерлар ижра етілді. Тедбірнің соңында штракшилер «Достлық қараводы» адлы флешмобны тешкелеттілер. Бұл флешмобда Қырымның чешіт миллет векілдері қатнашты. Адетінші ноябрының 4-ту мемлекетіміздің эпосы сакинлері үчін ыратлық күнудыр. Амма Русия Федерациясының әрбір көшесінде танталы мерасимлер олып кечі. Қырымдаки тедбірлерді акимиетінің векілдері де штрак еттілер. Олар эпосы қырымлыларыны халқылар бірлік күнінен қайырладылар ве қайд еттілер ке, біздің күшіміз тек бірлікте. Это знаковое событие. Я, друзья, считаю, что мы должны с вами это единство сохранять и укреплять в нашей многонациональной стране России, в нашем многонациональном Крыму. Сегодня задача наша – объединиться вокруг нашего президента Владимира Владимировича Путина для того, чтобы сделать нашу страну, Россию, самой счастливой, самой успешной, самой сильной страной в мире. Байрам тедбірінің ярыма дауысыны чешіт халқылар векілдері «Соцветия культур» адлы фестиваль черчевесінде «Амелий сүслі санат сергі» или «Милли емеклер тағдима төлігі» или «Ве әлбетті милли ерлар ве ойынлар» или «Девам еттілер». «Хурур ве тан» серлевалы Қырым татар ансамбли «Беяз милли урбаларда» мусафырлер үчін «Хушлар ойынны» тошедылер. Бұл «Беяз урбалар» назиклікні ве темізлікні темсілі еді. Ве ойыншылар милли ойынларымыздың дүлберлігіні аксеттілер. Лезе
лезетли ашларны севгенлер үчүн фестивальде ярымадада яшыган эпосы халкларынын емеклери тагдим этилди. Мисал үчүн Кырым булгарлары эпосы истегенлерни өз милли ашлары менен сыйладылар. Олардын арасында этли, кабахлы, пенерли көбетелер. Мариян Иванов Булгаристанда Сливен шыырында яшай. Кырымга биринчи кере келдим. Айтаки байрам муйты тажиплендирем. Ну, здесь отмечаем это праздник с Болгарией. Через месяц мы будем жениться с моей прекрасной супругой. Ахыхый санатыны севгенлер Амели Суслю санат экспонатларындан гайры сирек раскелген пастель технологиясы или чизылган рисымлерны көре білділер. Эта работа называется, посвященная крымским татаркам, называется «У источника». Наш Крым как источник, к которому вернулся крымско-татарский народ, который питает нашу землю. Девлет Милетлер комитетінің рейсі Заур Смирнов эпосы Крым сакинлеріні бірлік күнінен хайырлады. Эркезге икметлік ве ии мұнасыветлер тіледі. Более 300 участников фестиваля – это, во-первых, представители разных национальностей, творческие коллективы из разных уголков Крыма. Мы только в прошлом году проводили закупку специально для наших коллективов, национальных костюмов. И сегодня вот мы видим, что наконец-то наши крымские коллективы национальные представлены на таком высоком уровне, когда уже... Татарстан жумкуретінден келген артистлерінің чихышлары эпосы мусаферлер ичун сюрприз олдым. Рахбетле татар эстрада ержисы Альбина Апанаева ве Фарид Хайзрахмонов тупланғанлар ичун бір сыра музыкаль композициялар ичирайтыля. Татар халқының белі әрбабы Номан Челебичихан айта әдім. Хырым ярымадасында чеші трендлі гүллер, лелелер ве дегер чечеклер осе. Ве оларның әрбарысының өз дүлберлігі, өз қоқысы бар. Мақсадымыз оларны бірлештіріп, олардан дүлбер ве зариф гүлдесті яратмақ. Левиза Сетбелялова, Сабрия Халиляева, Руслан Хохлов, Билет үчін. Карасу базар шиерінің жемат әрбаплары ве фальс әкінлері белі ватындашымызға Абдурешит Медиевге абиде қоймаға істейлер. Таслятлыжа бізім левхамызда сейретіңіз. Да, 2013 сенесі Карасов базарының мейданына жемат әрбабы Абдурешит Медиевнің ады берілген еді. Жематчылар ве фаль сакинлер Қырым ве Карасов базарының девлет идарелеріне белі сиясетші Абдурешит Медиевнің қатырасына абиде қоймақ меселесінен мұраджатта болындылар. Илері жемат тешкілятының рейсі Мемет Кемалиддиновның сөзлеріне көре абиденің ері енді белгіленді. Тек лейха азырланмақ керек. Ләкін мына бұ әрекетлері башладық. Мен білесем, Алланың ярдымынен енді бір пача ветам первелик уяндырсалар, ем рехберлер, ем халқымыз, бұны түбінен біз жүмледен чықармыз деп ұмыт етем. Абдурешит Медиев бір қач Қырым татар сиясет газеталарының муарері еді. 1907 сенесі Карасу базар шаяр мемориетінің башы оларақ чалышы башлады. Бұ вазифені бежерген вақытта Карасу базарда электрик станциясы мединет әві құрылды. Весу ағы кешірілді. Тамам шу сене О Таврия губерниясындан 2-ші девлет думасының мебусы оларақ сайланды. Анда Медиев мусульман фракциясы тергібіне кірді. Абдурешит Медиев көрімлі адамымыз, демек, думаның депутаты олды өз вақытында, думада чықшылары денден елінің томларында бар, намлы адам. Бұнда, ортада бір абидесін қоймақ керек. Мыс қысымет етсе, сон етрафында, демек, гүл, чечеклер, Мединият ве милетлер ара мунасибетлери боюнча бөлүктүн ребери Мурат Язычиев бу истекке кол тутту. Векелешикли висекаларны Карасу базар шаяр мемориетине йоллады. Нами на сегодняшний день готовится письмо на администрацию городского совета для того, чтобы они определили место, и то самое, которое было выделено в 2013 году решением сессии, о том, чтобы они по решением сессии заново подтвердили данное место и выделили средства для того, чтобы установить данный памятник. Абдурешит Медиеву. Абдурешит Медиевнің адыны ташыған мейдан Карасов базар шаярының зиманеви вескі шаяр шураларының биналарыны арасында ерлеші. Сұлтан Есетакаева, Энвер Аблезис, Миллет үчін. Суықлар яқынлаша, шу себептен бұрчуқ айлілеріні евні қыздырмақ меселесі ратсызлай. Бойле құранталарын сырасында Ахмеджит районының Курцы қасабасында яжыған Халиловлар құрантасыдыр.
Тап 2009 сенесі қасабаға газ келіп чықты, ләкен оны еркес кечіріп оламады. Қырым Русия еркенана керген сон, бұсын ватандашларымыз әлі әберелештіру ақта весқаларыны алып башладылар. Бұл весқа ярдымынен коммуналь қызметлер 50%-ға ұджустушы. Язық ке, еркес бұл весқанен қолланып оламай. Халиллар айлесінен бұзым ғуберіміз София Шукурова көрішті. Халиловлар айлесы коммуналь проблемаларнен шахси таныш. Суфтек азбарда ишық кемерде сөндереле газ асылында йоқ. Эке удалы эвде Сания Бетанин Берабир Тимур оғлының айлесы яшай. Оларнын эки баласы бар. Яхында дабыр эвлят беклейлер. Эвны газнин темин этмек үчін 150 бинге яхын пара керек, дей Сания ханым. Халиловлар айлесы үчін бупек балабан пара. Хоранта хартны нефақасына ве Тимур оғлының айлығына яшай. Не хватает. Вот моя пенсия, например, расходится сразу в этот же день. Я покупаю себе лекарства, там покупаю то что-то там, даже ничего себе лишнее позволить не могу. Коммунальные услуги, да, за свет, баллон газ покупаем, он 1000 рублей, не хватает надолго, потому что и кипятим, и чай, и кушать варить, все там. Ну, это вот, если баллон газ в месяц не хватает на 1000, приходит где-то до 1,5-2 баллона покупать. Узбекистандан Хырымға әйле тап 40 ел әвел қайтып келді. Ерлешіп башладылар, амма әвге газ кечірмек үчін бұйық пара керек олғаны себебінден газсыз қалдылар. Шымды олар ағачнен соба яхып қызын алар. Келін Эльзара ханымның сөзлеріне көре, бір машина ағач 18 бин рубле тұра. Печку мы топим, пока топим дома тепло, а как потухает, через час уже, можно сказать, дома холодно становится. Дома дети, вот это старшая моя, еще младшая 4 годика, вот часто болеют из-за того, что, ну вот, прохладно. Русия президентының реабилиштіру вақта әмірі бойынша Сания ханым 2014 сененің ноябрь айында весиха алды. Ама весиханен насыл файдаланмаға білмей. Я надеюсь, что они, эти льготы мне как-то помогут, хотя бы... Где-то газ поставить. Бізім телевизион тақымымыз Хырым Джумхуриетнің милетлер арамына себетлері весюргун ателген гражданларның ишлері бойынша комитетінің репрессияға оғырған халқларының абаданлаштыруы бойынша бөлігінің мөтехасы Шевкет Хамзиннен көрішті. Оның сөзлеріне көре айле әмек вештимай хоров органларға мұрачат әтмек керек. То здесь уже предусматривается 218 ЗРК в соответствии о мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, пострадавших от политических репрессий. В соответствии с законом 1761.1, это о мерах поддержки, социальной поддержки реабилитированных народов, это федерального закона, предусматривается 50% скидка водоотведению, газоснабжению и электроснабжению. Необходимо предоставить саму справку о реабилитации, паспорт, СНИЛС, лицевой счет, пенсионного счета и справка о составе семьи. Это все должно предоставиться в копии и в оригинале. Бұндан да ғайры реабилиштіру весқаларыны алған инсанлар нефақаға қошма пара алмақ. Коммуналь қызметлерінің тек 50%-ны төлемек вечтимай нәхлейді имтиязлар әлі қоланмақ мүмкін. Оның үчін әмейет вечтимай хоров органларына мұрачат әтмек керек. София Шукурова, Айдым Исмаилов, Асан Зевадзинов, Миллет үчін. Бақчысырай районы Замрух көйінің сәкенлері Миллет телеканалының муарилиетіне ярдым алмақ үчін мұрачат әттілер. Мектеп чағына етмеген балаларының ана-бабалары әвлятларыны көйден 5 километр ұзақықта елешкен бала бақчасына автобус алып бармағаны ақында хабер еттілер. Диляра Шевкетова меселені терінден өгренмеге тұрышты. Эркунь ана-бабалар өз хуетлері іле балаларыны 1-5 километр ұзақта ерлешкен күнтолған көйіндеке бала бақчасына алып баралар. Шымды мектеп чағына етмеген 30 бала автобуста мұқтач. Раньше был автобус, а теперь его нет. Очень хочу ходить сзади. Ерлі сайкенлер айтханларына көре, балаларына алып барған автобус 2014 сенесі июнь айындан башқап көйге қатнамай. Не знаю, что делать. Конечно, если правительство нам предоставило автобус, мы были бы очень рады и благодарны вам. Так как мы работаем, нам тяжело повезти ребенка, потому что нужно и работать, и ребенка отвезти в садик, и нужно как-то, чтобы оплатить за садик. Это... А чтобы платить, нужно работать, правильно? Как-то вот нам нужен автобус. Мы не можем устроиться ни на работу, никуда, нам некуда деть детей. Возможности возить детей у родителей просто нету. Ана бабалар өз балаларыны имкянларына көре бала бақшасына еткізелер. Өзара балары іле хошылып, яда джемат нахлиесінде. Бұйысе әр вақыт онайтылы дегіл.
первый автобус у нас в 6:20, 6:30 отправляется, два автобуса на Севастополь, на Симферополь. Мы есть в 10 автобус, 10 утра, и то не всегда. Замрух койынын сакинлери автобуздали вазиечезділер деген умытте чешит идарелерге ве Бахчисарай район мемуриетіне муражат еттілер. Ама шимділік мұзбет жевап алғанлары йоқ. Мы обращались и в Министерство образования, и в району. На что нам ответили, что у них даже нет средств выделить нам автобус. И по законодательству не предусмотрен подвоз детей дошкольного возраста. А почему раньше было существовало? Раньше нас возил, значит, школьный автобус, разрешали детей возить. Последнее наше обращение было 28 сентября. Сентября. Была выездная сессия Бахчисарайской райгосадминистрации, открытая выездная сессия, она проходила в селе Песчано. И мы с этим вопросом обратились к Князеву. За месяц никаких изменений не произошло, даже нету никакого ни письменного, ни устного ответа на нашу проблему. А проблема очень глобальная. Дело в том, что наши дети просто лишатся даже места в садике из-за того, что мы в садик регулярно возить не можем. Бұл мәселе ақында бізге Бахчисарай район мемуриетінің тәсіл дәресінде изат берерлер деп үміт еттік. Ләкен тефсірні ойле да алып оламадық. Мы хотим ездить в садик, автобус. Диляра Шевкетова, Аким Бекиров, Миллет Ичим. 80 яшлы Сабри Бей Вешевхе ханым Абибулаевлар 24 йыл девамында ятаханеде газсыз ве сусыз яшайлар. Чох йыллар девамында олар ярдым алып уламайлар. Кешенлері бу айле Девлет Милетлер Комитетінің рейсі Заур Смирновға қабылға келділер. 90-нчы йыллары Абибулаевлар айлесі ватанға авдет олынды. Олар Хурман районын Бузавчы көйінде ятаханеде ерлешіп, милли әрекетінің фаал іштерекчілері олдылар. 2006 сенесі өмір архадашлар о вақытлары олған меджліске мұраджат еттілер. Амма іч бір нетеже көрмеділер. Без очерет үй береджеміз деді. Мына ондан берлі беклейміз. Без очерет. Медработник едім. Сүргінліктен әвел Шевхие ханым Бахчисарайда яшайды. Оның бабасы Хачи оқу вюртында Аметхан Султаннен Берабер оқуған екен. Чоқ қиынлықларыны башындан кечіргеніне бақмадан олар ана топрағында. Хырымда яшағанлары үчін пек хуваналар. Президентінің реабилиштіру в Ақтаймірине бинайен қартлар весіқаларыны алдылар. Ама оннен насыл файдаланмаға білмейлер. Бұндан да ғайры көрішуге Кефе Кирич Хурман ве Хырымның башқа регионлардан инсанлар топланылды. Нәджие Неметулла Хожасынен Берабер сақатлар. Олар үч осмир бала. Аны тәрбиелейлер. Ама оларны әвде прописка әтіп оламайлер, чүнке 14 йыл девамында кераға алынған әвде яшайлер. Ну, приехал на прием к Заур Руслановичу, вот, чтоб, надеемся, чтоб услышали нас, помогли наши проблемы, наши вопросы, решить наш вопрос 14-летней давности. Не прописки нету, у людей живем на съемной квартире. Инсанлардың меселері вақытында веттес чезілмесі үчін район мемориет рейслері кейфетлі чалышмақ кереклер. Деп хайдетті Девлет Милетлер Ара комитетінің рейсі Заур Смирнов. Будем и в следующем году продолжать, в частности, по выкупу жилья работу для того, чтобы максимальное количество людей обеспечить. И, естественно, прием граждан всегда обеспечивает нам возможность понимать вот все проблемы, которые сегодня есть в республике, что сегодня происходит на местах. Также мы, конечно, имеем возможность услышать о том, как вообще действуют власти на местах, в муниципальных образованиях, какие меры принимаются. Корюшов девамында инсанлар оларны рацизланған чешит меселелер или мұраджат әтелер. Энкескен меселелерден бұры хырым татарлар топлу яшаған ерлерінің абаданыштыруы олды. Заур Смирнов айтханына көре бұл суал акимиет севесінде чезілежек. Сафия Шукурова, Рамазан Аливапов, Миллет үчін. Ялта шиерінде келеджек үчін серлевалы концерт программасы өткерілді. Тедбір бұ барышықны сақлайық, іштимай лейха чертевесінде өткерілі. Мерасим кетшаты ақында мавилей юб тариф әте. Лейха бұтын дүния қырым балалары шары алтында мейдаға кетірілді. Лейханың мақсады балалар женке қаршы олғанының көстермектер. Ахмечеттен келген ижеди тақымлар дүния женгсіз мевзусында чықшыларды нымаш еттілер. Я
сюда приехала ради того, чтобы объяснить людям, что надо прекратить войну и все боевые действия, чтобы у каждого ребенка было счастливое детство. Мы приехали сюда за целью, чтобы у нас прекратилась война в разных странах, чтобы не было звуков выстрела и прекратилась война. Лейха, Крым, Русия ве бутун дунья баларны бирлештирмек ве алемде барышыкны сакламак үчүн яратылды. Мерасимде дин векилери де булундулар. Дорогие дети и гости, и здесь присутствующие, я хочу всех вас поздравить с таким вот мирным небом, с этими вот прекрасными ребятами, которые выступают и нам такой вот преподносят, аж приятно смотреть, чтобы у нас всегда было мирное, открытое, синее небо. Тышкилячыларнын билдиргенлерине көре, иштимай лейха сынырларыны кенлештире. Бойле мерасимлер энди Ахмечетте Бекеричте кечти. Мы надеемся, что наши дети очень воспитанные, и мы прививаем к ним, у них любовь к патриотизму, к искусству, и что они с достоинством будут сохранять мир во всем мире и на нашем солнечном полуострове Крым. Ноябрьнын 26-сында келечек үчүн атлы лейха Оркапуда, декабрьнын 2 күнү эсе Сак шаарында өткөрүлөчөк. Соңки бакыт кок кушагы серлевал алтында кечирилген тедбир Ахмечет шаарында тешкилунажагы меклениле. Мавиле Юб Энвер Аблетис миллет үчүн. Еді күн программасы сонына етті, сізнен сақлашып, әйе ақшымлар тілейміз. Қайғы ве кедер әйлелеріңізді еш олмасын. Әвлерімізді дайыма ұйғынлық ве севгім ұйту көпсірсін. Эфирде күршмек үзіре. Сауық не қалыңыз.